иду. Любимый. Любимый. Моя Золушка. Я разбудил тебя? Неважно. Проходи. Какая классная пижама. Тебе нравится? Чичек, ты очень рано встала. Я вообще не спала. Почему? Я нашла в шкафу Саваша кольцо с бриллиантом. Что? Ах, Чичек! Зря не радуйся, Индам. Это не мне. Саваш очень любит эту девушку. Это все из ванна? Конечно. Самая лучшая брынза с зеленью. Ну-ка, открывай ротик. Как вкусно. Лучшие брынзы я не знаю. Я так рада, что ты приехал. Я переживала. Думала, как я смогу прожить еще один день без тебя. А я? Вообще-то было бы лучше, если бы я остался еще на день. Но я не выдержал и приехал первым же рейсом. Первым же рейсом. Дядя остался там? Нет, он тоже вернулся. Я еще это привез тебе. Что это? Какая прелесть. Старинная? Ей 100 лет. Шутишь? Где ты достал? Не будь любопытной. Большое спасибо. Мустафа, я не узнал тебя. Здравствуй, дядя Ахмед. Ну и ну. Сынок, тебя заставляют здесь работать как лошадь? Познаю дело. Что ты узнаешь, работая носильщиком? Дело не здесь познается. Ты сын великого господина Хасипа. Приветствую, Пала. Хозяин доносчиков почтил нас своим приходом. Как тебе не стыдно здороваться со мной? Твоя правда, Пала. Я не вправе здороваться с тобой. Я осознаю свою ошибку. Значит, знаешь. Я понял, что поступил с тобой плохо. Что случилось? Тебе кирпич на голову упал? Как ты понял? Саваш вернул мне разум. Сказал, дядя лучше застрелится, чем предаст меня. Он прав. Этот свинья Гекхан обманул меня, но я собственноручно сдал бесстыдника полиции. Рассказывайте сказки другим, Ахмед Муран. Я уже наслушался. Твоя правда. Но осознать ошибку – благое дело. Я признал свою ошибку и пришел извиниться. Мы все-таки родственники, верно? Всего хорошего. Счастливо. Вы сняли 2 ролика? 3. Основной ролик и 2 коротких. Отлично. Когда я их увижу? Когда полностью закончим. Еще предстоит монтаж, музыка, в общем, работы много. Вы окончательно освободили офис? К сожалению. У вас большие долги? Да. Оказывается, у фирмы и так был кредит. Главное — отдать компенсацию сотрудникам. Это главное. Я все уложу. Ни за что на свете. Почему? Нельзя. Это не только мой долг. Это также долг Севгии и Бора. Но я хочу помочь. Любимый, пожалуйста. Если мы сами упали, то сами будем подниматься. Ясмин. Это мои проблемы, Саваш.
Разве между нами может быть твоя проблема, моя проблема? Мы же вместе, а не по отдельности. Правда? А мы вместе? Будем. Скоро.